Блистает мир, как в нем блистают краски. Музейный комплекс парка имени Льва Толстого готовится к открытию выставки сразу двух художников – Наталья Алексеева и Марина Сибирякова. С десяток лет эти женщины преподают основы рисования в Центральной детской школе искусств Химок. За годы своей педагогической деятельности они накопили большое количество работ, которые, по их мнению, можно представить на суд любителей живописи. Несмотря на то, что работают они в разных стилях, выставляться решили вместе. Наше творчество, можно сказать, перекликается. То есть как бы у меня хоть и реалистичная живопись, но с элементами, скажем, декоративной. Ну, если посмотреть на цветы, на корабли Севастополя, а у Марины Валерьевны декоративная живопись, да, и графика. Графика. Да, больше графика. И, в общем-то, мы уже давно задумали такую выставку именно вместе, чтобы показать и нашим учащимся, и жителям города, что существуют разные техники, разные композиции. Посмотреть работы мастеров могут все желающие. Картины разместили сразу в трех залах артишока. Любители прекрасного здесь ждут уже завтра к 18 часам.